Всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик будет посвящен одной интересной теме, которая меня, честно говоря, в какой-то степени даже задела. Поговорим сегодня о миссиях, которые у нас вышли. Сегодня у нас пятница, 23 октября, это значит, что сегодня у нас, по идее, стартовал новый ивент, ультра там какой-то, шмультра, короче. И сегодня вышли новые супермиссии, о которых я бы хотел бы поговорить. Есть у нас дефолтные супермиссии, которые уже продолжаются и делаются на протяжении, наверное, пары-тройку месяцев с очками и полученными за них ультраконтейнерами. Но при всем при этом сегодня вышли две миссии, с которых у меня реально сгорело. Ну это просто жесть. Ну как можно сделать миссии, где надо выполнять их в особом режиме, где надо набить, например, 300 танков, либо сыграть и выиграть 20 боев, и за это получить 20 звезд. Я когда увидел, я просто сижу и думаю, чего? 20 боев победить в режиме, чтобы получить 20 звезд? Вы что, серьезно, рофлите? Вы рофлите или что это такое? Как можно сделать такие позорные заданки? Вы вообще, типа, ну, подумали хотя бы немножко, сколько времени надо потратить на то, чтобы сделать 20 побед в осаде? Если брать то, что один бой это 7 минут, 20 боев это в сумме 140 минут. При этом вам надо их всех выиграть, а шанс выигрыша, ну, у меня даже там будет, ну, процентов 80, окей, 70-80%. На все это мне придется потратить около 2,5 часов, может даже 3 часов. Чтобы получить заданки 20 звезд? Вы рофлите? Я с ежедневной заданки, с самой простой, могу получить 30. Которую я могу выполнить, вот, например, у меня, заверши бой в любом режиме. Это один бой за 7 минут. Я получаю больше. Какой мне смысл выполнять такую заданку? Для чего вообще делать такие заданки? Ну а если и делать, то почему нельзя сделать нормальный приз? В чем проблема сделать нормальный приз? Почему нельзя к этим 20 звездам добавить еще либо ультраконтейнеры в приз, либо еще что-то? По идее, раньше такие заданки выходили с ультраконтами, с, если я не ошибаюсь, с какой-то расходкой. И то эта расходка была в большом количестве, там около 1000 давали, да, то есть там какой-то определенный, но там давали 1000, там, например, да. И тут выходят заданки, где по 20 звезд. Я когда вчера это увидел в анонсе, я такой думаю, окей, хорошо. А вдруг там какая-то ошибка там или еще что-то, сегодня выходит, и я просто офигеваю. Для чего делаются эти задания? Почему нельзя, например, придумать что-то новое? Почему каждый ультра-уикенд, уже который проходит, я так понимаю, каждые выходные, выходят одни и те же задания? Почему нельзя придумать что-то новое? Почему выходит все одно и то же? Окей, эти задания вроде как, ну, типа, несложные, и их можно выполнить, но а почему нельзя к этим заданиям придумать что-то новое с нормальными призами, чтобы у игроков было больше мотивации, больше желания играть, выполнять? Вы же боретесь за онлайн, вы же хотите, чтобы онлайна в игре было больше, правильно? Но если вы боретесь за онлайн и вы хотите, чтобы его было больше, почему вы делаете такие печальные задания? Ну почему? Почему нельзя сделать их нормальными? Я, честно, я не понимаю, как это работает и для чего делать вот такие вот задания, я вообще не понимаю. У меня реально жестко сгорело, когда я это увидел. И я остался настолько сильно недоволен, что я думаю, что об этом должны, ну, как бы, и вы тоже высказаться, друзья, в комментариях под этим видосом, что вы думаете по этому поводу. Потому что, ну, для меня это печальнейшая печаль, которая только какая бы могла быть вообще, абсолютно. То есть я не понял абсолютно никакого посыла и логики, чтобы сделать такое вообще задание. Да, ивент норм, я на выходных катаю, мне даже самому заходит то, что там можно и пофармить, и все это, но для чего делать такие заданки? Для чего? Можно же придумать что-то гениальное, что-то интересное, что-то новое, в которое захотите поиграть и вы, и я,
И будет у всех больше желания, больше онлайн, как бы, для всех вас, да, как бы, ну, это же, как бы, за что вы боретесь, по сути, да? Почему нельзя немножко включить голову и сделать реально что-то интересное, а не сделать какие-то позорные заданки, которые надо выполнять довольно длительный период времени и за это получить каких-то обосранных 20 звезд? Ну, если вам не смешно, то мне очень смешно, и не только смешно, но и в какой-то степени даже грустно с того, что я могу увидеть, потому что если я воспринимаю это все дело так, то есть игроки, которые воспринимают это немножко по-другому, то есть зашел, увидел парашу и сказал, да ну его нафиг, я больше не зайду сюда, то есть ну для чего это делать, почему нельзя сделать сразу нормы и чтобы все это дело, конечно же, заходило. Я очень сильно недоволен. И надеюсь, что если уж данные видеоролики смотрит человек, который занимается всеми этими делами, то, ну, хотя бы как-то повлияет на все эти действия, да, то есть делать задания такого плана, на которые надо тратить очень большое количество времени, ну, могут вызывать только негативные эмоции, то есть 20 звезд это вообще пустышка, то есть за это время можно в матчмейкинге самому без никаких заданий заработать более 100 звезд, более 100, вообще спокойно, можно даже больше 150 получить звезд, если играть нормально, если там выигрывать и все у вас будет получаться хорошо, а когда ты получаешь за заданку, которая направлена на один режим, то есть это один режим, при том раскладе то, что есть аудитория, которая до сих пор играет через флэш, соответственно, они не могут пикнуть определенный режим боя, да, а там надо пикать осаду, и за эту заданку вы получаете 20 звезд, 20 звезд. Я мог бы хотя бы, ну, типа, не гореть, если бы там не 20 было бы, а 200. Окей, 200 это весомая вещь, которую могут выполнять игроки, например, условно, если они понимают, что они не успеют набить там челлендж, или они там не выполняли заданки, или еще что-то, и они хотят просто выполнить эту миссию, чтобы получить реально какой-то весомый приз в виде, например, 200 звезд, но не 20. 20 это смех. Реальный смех, который, ну, нельзя вообще делать абсолютно. То есть это глупость. Делание таких заданок — это глупость, которая меня, ну, выводит, наверное, даже из себя. То есть я в последнее время пытаюсь быть более объективным, не негативить, но когда вижу такое, то, пфф, извините меня, но это просто позорище какое-то. То есть с каждым таким ивентом и с каждой такой ошибкой я все больше и больше начинаю фейспалмить и не понимать вообще, что делают эти разработчики. Еще больше ловлю себя на мысли, что, ну, они вообще никак не играют в эту игру и они вообще не понимают, что они делают. То есть, когда ты делаешь сложную заданку и даешь за нее, ну, просто никчемный приз, то, ну, как я могу на это реагировать? Объясните мне, пожалуйста. Я играю в матчмейкинге, я играю, я выполняю все, ну, практически, ладно, все заданки, да. И когда вижу такое, то у меня реально полыхает нереально жестко. И я думаю, что с такой же реакцией сталкивается большинство. И они такого же мнения, как и я. И также негативно к этому всему относятся. И если уж делать акцент на игроков, которые играют в матчмейкинге, которые выполняют заданки и как бы, ну, от этого получают какое-то дополнительное удовольствие, то ради этих игроков надо делать те задания, которые вы бы и сами хотели выполнить. Ну, если бы вы их, конечно, выполняли, если бы вы бы играли в эту игру, окей, да. Но, как бы, тут уже надо чуть-чуть хотя бы даже головой подумать и понять, что то, что вы делаете, это, ну, это полнейший провал. То есть просто полнейший провал, который, ну, я не знаю, кто будет одобрять и кто будет вообще выполнять такое задание. То есть для меня это заданка, которую я, ну, просто не выполню. Просто не выполню. То есть для чего мне, во-первых, играть в том режиме, в котором я не особо любитель играть, да? То есть для меня в матчмейкинге лучше поиграть там условную ЦПшку, регби там, ну, можно ТДМку, да, чисто так пострелять, попукать немножечко. И потом после всего этого там надо типа выполнять в осаде задание, при том, что на это задание надо потратить много времени ради 20 звезд. Ну и для чего мне это делать? 20 этих звезд никчемных, которые я могу
заработать условно за там 3 боя простых, да. При том, что эти бои я могу завершить досрочно. На каждый из боев там условно в среднем потратить там по 3-5 минут. То есть за 20 минут я получу эти те же самые 20 звезд, может даже и меньше. И типа, в чем прикол? Просто в чем прикол делания таких заданий? Возможно, это ошибка. Возможно, это ошибка, и там должно было быть 200 звезд. Но если это ошибка, то ее надо изменить, исправить. А если это реально, ну, типа, именно столько вы хотели сделать, то задумайтесь. Задумайтесь, что вы делаете. Потому что, ну, это бред. Это полнейший бред. Делать заданку, в которой ты получаешь приз в виде 20 звезд, на заданку, которую ты должен потратить дофига и больше времени. Вы считаете это профитным и интересным для игроков? При том, что онлайн в игре, ну, такой себе. То есть тут вы сами как бы игроков выводите на эмоции и показываете как бы то, что вам в очередной раз насрать, в очередной раз пофиг на это. И в очередной раз это смотрится не с позитивной стороны. То есть, как бы, ну, как можно с позитивной стороны смотреть на задание, на которое надо потратить дофига времени и получить с него ничего. Просто ничего. Мне больше нечего добавить, друзья, как-то так. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Я, как бы, ну, вы меня услышали, я крайне негативен по этому всему. Хотелось бы услышать вашу точку зрения, потому что она играет в этом плане тоже огромную роль. Ну, и если вам зашел видос, поддержите его лайком, мне будет очень приятно. Также подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, и участвуйте в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов. Итоги данного конкурса будут совсем скоро. У меня на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.